Самая сложная профессия в мире – это профессия мама. Мало того, что денег не платят, так еще и дети постоянно берут в долг. Наша постоянная рубрика «Мама хохотала», в которую мы приглашаем мам наших зрителей. Так, встречайте, мама Света! Мама Света, здравствуйте! Здравствуйте! Мама Света, как у вас дела? Вот расскажите. Замечательно. Так, стандартный вопрос, кто у вас? Дочь. Анечка. Хорошее имя. А сколько Анечке лет? 18. Так хороший же, возраст. Так же, как и мне. Остальное стаж. У меня больше, а у нее меньше. Мама Света, вы мне уже нравитесь. Вы мне тоже. Итак, мама Света, вы знаете, что сейчас будет происходить? Сейчас мы вызовем наших комиков, они будут читать специально для вас шутки. Если вам смешно, вы смеетесь. Если не смешно, вы никак не реагируете. Наше шоу закончится тогда, когда мама Света будет хохотать. Итак, правила, в принципе, ясны, да? Давайте встретим наших комиков. Под ваши аплодисменты. Евгений Бугров! Александр Разбейков! Иван Милошенко! Скажите, Светлана, а у Анечки есть парень? Думаю, есть. Скрывает. Не знакомила. Не знакомила еще, да? Вы там смс-ки ее не читаете, нет? Нет. А ВКонтакте не смотрите? Нет. В Одноклассниках? И она у меня не читает. 18 лет и не читает? Мне же тоже 18. СМС-ки у меня нет. СМС-ки не читает. Так, дочь вот это... воспитанная. Так, хочу вас познакомить с вот этим молодым человеком, который только что... как мне показалось, смешно пошутил. Или подставился, не знаю. Или подставился, да. Евгений Бугров. Первая шутка от Евгения Бугрова. Николай Дроздов, называя жену зайкой, уточняет породу и ареал обитания. Ну, такое. Так, это мы про Женю, а теперь про шутку. Да. Александр Разбейков. Ну, да. Как бы. Сигнализация счет банка, обнаружив грабителей, не выдает их, а высмеивает. Как вы вообще относитесь к счет банку? Пользовались когда-то услугами? Было дело. Ой, кстати, извините, мы не можем в эфире называть счет банк, давайте просто говорить какашка. Так вот. Смешно. Я выбираю вас. Так, ну это мы уже решили еще в начале. Ну, мы должны смеяться с шуток. Тут суть не в том, чтобы кого-то выбрать. Это вы сюда пришли не выбирать, а я, может быть. А, так вот. Шоу «Холостяк». Шоу... Мы не можем называть шоу «Холостяк». Давайте перед тем, как Иван прочитает шутку, скажем, как вам Иван? Вот такой брутальный, брутальный молодой человек. Я с ним просто еще за кулисами познакомилась. То есть то, что он брутальный, вы как бы основываясь на прошлом опыте. Я просто жевал кулису там, знаешь. Очень брутально. Брутально жевал кулису. Итак, Иван Милошенко. Физруку нечем было закусить, и он укусил ученика, который висел на турнике, как сосиска. Бедный ребенок. Евгений Бугров, ваша вторая попытка. Жена часто прикалывается над Виталием Кличко. Например, у нас не будет секса, пока ты не выкинешь бумеранг. Бедная женщина. Так. Давайте сейчас еще про кого-то бедного прочитает Александр Разбейков. Усы, лапы и хвост. Вот перечень документов, чтобы проголосовать на выборах ДНР. Бедная ДНР. Бедная. Рома, мы не можем говорить в эфире ДНР. Иван Милошенко. Биологические дети Анджелины Джоли понтуются перед приемными тем, что видели мамины титьки. Иван Милошенко, да, жалко, конечно. Брутальный Иван Милошенко, брутальная шутка. Мама Света смеялась. Ваши аплодисменты.